Доброе утро. Рад всех приветствовать на нашем вебинаре. Меня зовут Сергей Кулешов, и сегодня у нас вебинар, посвященный возможностям платформы 1SBitter для создания сайта интернет-магазина. Давайте, прежде чем приступить к непосредственно самому вебинару, проведем некоторый технологический опрос по поводу того, что же у нас происходит с трансляцией. Насколько я вижу, моя программа трансляции показывает, что все прекрасно, и у всех пользователей все должно быть хорошо. Однако будет правильным, если вы мне дадите обратную связь, и заодно мы с вами потренируемся общаться. У меня вот есть такой скриншот, правда говорят, что он сильно устарел, того интерфейса, который вы видите в своей, ну, в программе, через которую смотрите вебинар. По-хорошему, у вас сейчас трансляция идет через браузер, и это сильно упростило вообще процесс подключения, но в любом случае наверняка там также есть закладочка questions какая-то, в которой, или там знак вопросика, который можно нажать и получить возможность написать мне какой-то вопрос. Я прошу вас сделать это, написать мне не вопрос, а поставить мне плюсик или какой-нибудь окей, или что со звуком все в порядке, чтобы я был уверен, что у нас все хорошо, и вы меня слышите. Так, что-то я... Да, слышу про эхо вопрос. Секундочку, сейчас попробуем с эхо разобраться. Возможно, какая-то... А, нет. С устройствами воспроизведения звука у меня все в порядке. Значит, эхо где-то на вашей стороне возникает. Возможно, у вас включен микрофон или что-то в этом духе. Но, по крайней мере, у меня эхо взяться неоткуда. Я в наушниках и с микрофоном выносным, так что все должно быть с этой точки зрения в порядке. Да, вижу, что все хорошо. Спасибо большое, спасибо за вашу обратную связь. Итак, мы с вами испробовали способ общения. Я буду периодически открывать у себя ваши вопросы. Ну и система мне вообще сообщает, когда мне пишут. Вот, и буду, соответственно, на них отвечать. Если вдруг, ну, я надеюсь, что со звуком будет все в порядке. В любом случае, система имеет различные диагностические средства, которые помогут вам разобраться с подключением. Если вдруг что-то вдруг зависло, перестала идти картинка, замерзла или что-то произошло со звуком еще, то один из самых действенных способов – чуть-чуть подождать. Обычно это происходит по причине какой-то проблемы связи. Ну, проблемы связи долго не длятся, я надеюсь, и все быстренько придет в норму. Либо просто закрыть браузер и снова его открыть, ну, то есть переподключиться к вебинару, обычно это хорошо помогает. Как видите, у меня еще один опрос. Да, спасибо тем, кто уже начал отвечать. Мне было бы очень любопытно узнать, из какой сферы бизнеса вы интересуетесь нашим вебинаром, да, то есть поделитесь вопросами, на которые хотите получить ответ. Я буду иметь их в виду в процессе своего доклада, поскольку у меня тут не прям все очень запланировано, четкая структура, да, а все-таки этот вебинар, он подразумевает более интерактивный формат. Это означает, что я могу с вами пообщаться чуть более в свободной форме и отвечать на ваши вопросы. Безусловно, у меня есть некий сценарий, по которому мы пойдем по просмотру продукта, но вы можете задавать вопросы, отвлекать меня от него, я буду стараться уделять внимание действительно важным для вас вопросам. Так, у нас сейчас порядка 70 человек подключилось, что, в общем, не очень много, это означает, что мы с вами, да, спокойно сможем пообщаться. Итак, какой у нас сегодня план? Начнем мы с обзора. Пройдемся по самому интернет-магазину, готовому решению, которое идет в комплекте с платформой 1SBitrix. Посмотрим на саму платформу и на основные, как бы это правильно сказать, на основные инструменты управления сайтом и настроек. Посмотрим, безусловно, на маркетинговые инструменты, среди которых будет и бизнес-модель магазина, и информация по конверсии. Посмотрим, что у нас, как можно считать рентабельность, доходность интернет-магазина, и как прогнозировать свои расходы на привлечение покупателей, и что с этим делать.
Обязательно уделим внимание скорости сайта и разберемся, на что она влияет, скажем так, и как влиять на эту скорость. Уделим внимание маркетинговым инструментам, таких как email-рассылки и триггерные письма. Ну и в целом я готов показать любые другие инструменты, о которых знаю, с которыми смогу, скажем так, детально разговаривать и будем на них смотреть внимательно. Так, еще один важный момент. Запись экрана и запись всего вебинара уже идет. Специально проверил, убедился, иногда забываем. Но сейчас все в порядке. Это означает, что саму запись вебинара вы сможете увидеть на нашем канале в YouTube буквально через 1-2 дня. Обычно примерно столько времени занимает конвертация, загрузка и так далее. Так, ну что же, посмотрю на вопросы. Окей, хорошо. Спасибо за сферы. Я вижу, что у нас представлены совершенно разные, здорово, очень разные сферы и товары для дома, и книги, и инженерное оборудование. Здорово. Здорово, что очень разнообразно. Ну что ж, поехали. Значит, в формате сегодняшнего вебинара я буду очень мало времени проводить на вот таких бездушных картинках, да. Мы будем работать с продуктом вживую. И прежде чем приступить к просмотру, напомню, что платформа Bittrex для тех, кто к нам только присоединился или там не знает, что такое Bittrex, или пришел как раз для того, чтобы это узнать. Я напомню кратко, что это профессиональная система управления сайтами и целая платформа для разработки совершенно разнообразных интернет-проектов, начиная от простых корпоративных сайтов, лендингов или там микросайтов, сайтов-визиток, как их раньше называли, заканчивая сложными интернет-магазинами федерального масштаба, онлайн-сообществами, информационными порталами и так далее. То есть на нашей платформе работает там огромное количество сайтов, там больше 100 тысяч, и действительно очень многие наши клиенты решают свои бизнес-задачи с помощью нашей платформы. Происходит это очень быстро, потому что платформа максимально готова к использованию и содержит внутри себя большое количество функционала. Достаточно проста в управлении, достаточно проста всегда с некоторой оговоркой, потому что действительно большой объем функционала и вариативность настроек, да, всегда влечет за собой некоторые сложности в управлении. Поэтому, безусловно, в том числе для профессионального управления сайтом серьезным действительно нужно некоторое обучение. Вот в частности, текущий вебинар можно назвать одним из таких примеров обучения. То есть мы с вами посмотрим на все, посмотрим, покликаем на кнопочки и разберемся, как работают основные элементы. И достаточно эффективно мы измеряем эффективность с точки зрения работы сайта со всех сторон и максимально демонстрируем это вам, чтобы вы знали, насколько хорошо работает сайт. Сейчас сайт давно перестал быть просто для галочки, да, как-то у меня нет сайта, сайт должен быть. Нет, сайт это инструмент извлечения прибыли, и как любой другой инструмент извлечения прибыли, должен быть четко измерим и иметь свои показатели эффективности. Ну что ж, поехали дальше. Будем говорить об интернет-магазине. На самом деле интернет-магазин довольно сложная штука, если его представить в виде схемы. Раньше это была просто страничка, на которой можно было разместить товары и принять заказ. Сейчас это большая система, которая обеспечивает и мультиканальные продажи с точки зрения обращения к вам любых других с любых устройств, из любых видов источников трафика или источников клиентов, так и с другой стороны интеграция с разнообразными внутренними системами, с платежными, с системами, которые обеспечивают внутренний учет или работу с клиентом. Ну и внутри довольно много различных блоков, которые обеспечивают управление заказами, работу с товарами, с маркетингом. И все это обернуто в такую оболочку защиты для того, чтобы обеспечить защиту для вашего бизнеса и начиная там от конфиденциальности данных, заканчивая действительно защитой информации,
информационной безопасности вашего бизнеса. Ну что же, с этого момента, я думаю, мы перейдем к живой демонстрации и будем смотреть на все вживую. Значит, на чем мы будем смотреть? Смотреть будем на нашем стандартном интернет-магазине. Это интернет-магазин одежды, но он из себя представляет... Ой, это у меня одна из резервных установок. Вот, на этом будем смотреть. Это готовый интернет-магазин, он наполнен одеждой, поскольку одежду мы посчитали одним из самых таких любопытных, вариативных и популярных видов товаров и позволяет хорошо представить возможности с точки зрения электронной торговли и возможности платформы. На самом деле мы постарались сделать этот магазин максимально универсальным для того, чтобы вы могли, по сути, просто закачать сюда свои товары и, в общем, начать работать с ним. Так, значит, что такое? Значит так, что из себя представляет, собственно, магазин? Как вы видите, он создан, в общем-то, по последнему слову, наверное, ну, с точки зрения технической разработки. И параллакс-эффект на баннерах возможен. И, в общем, довольно лаконичный стильный дизайн. Он адаптивен, то есть при просмотре на мобильном устройстве будет автоматически адаптироваться под маленькие экраны и, соответственно, выглядеть несколько иначе для того, чтобы было удобно работать с мобильного устройства. И, соответственно, если экраны большие, то открываются дополнительные возможности с точки зрения оформления, такие как, вот, например, задний фон появляется, и вообще в целом наполненность страницы становится более подробной. С точки зрения навигации, здесь доступны все необходимые и в то же время удобные элементы. Это меню с разными уровнями вложенности и с вот таким вот, скажем так, детальными картинками, тематическими по разделам, позволяет ориентироваться в разделах сразу прямо в меню. Не всегда, кстати, пункты меню называются очевидным образом, это здесь все понятно, а бывают сайты, на которых еще надо подумать, что же означает этот пункт меню. И вот такие тематические картинки и некоторый текст помогает быстрее сориентироваться, то есть не нужно кликать, заходить внутрь, разбираться, что же там внутри. И, конечно, строка поиска, которая помогает человеку быстро найти те или иные товары в вашем интернет-магазине, да, просто начиная набирать какие-то начальные цифры, начальные буквы, сразу получить список товаров, которые соответствуют этим, этому буквосочетанию, скажем так. Как видите, есть даже интересные эффекты, связанные с плавающим представлением товара и кнопка «Купить», да, такого рода закладочки, которые позволяют ориентироваться по карточке товара, да, в зависимости от того, что здесь информации может быть много, поэтому такое бывает, что нужны дополнительные закладки. Галерея, которая позволяет там быстро посмотреть картинки, выбор различных так называемых торговых предложений, да, то есть или SKU их еще называют, в зависимости от там размера, цвета и других параметров и характеристик, у нас с вами могут быть загружены разные изображения, там для одежды размер внешне не очень отличается, а для, например, столов или мебели или каких-то других габаритных вещей, да, размер может там существенно влиять на внешний вид, и, соответственно, как от цвета, так и от размера могут быть загружены разные изображения. Ну, естественно, процесс покупки, корзина со всеми выпадающими, вытекающими условиями возможности там, изменить цвет или размер, увеличить количество, отложить товары, если сейчас не готов покупатель приобретать его, использовать различные купоны для скидок, чтобы получить скидку в этой корзине. Как видите, есть возможность даже подарок себе положить. Не знаю, подойдет ли черный пояс к тому, что я здесь выбрал. Ну, допустим.
и оформить заказ. Безусловно, поиск не, возможности поиска по каталогу не ограничиваются только поиском и меню. Есть еще параметрический фильтр, который помогает сориентироваться, скажем так, сузить каталог по определенным характеристикам. Ну, здесь у меня всего там 4 платья, поэтому параметрический фильтр, наверное, не очень нужен. Но когда тут сотни товаров в одном разделе каталога, конечно, параметрический фильтр бывает очень полезен. Он адаптивен в том смысле, что он сам определяет, в каком разделе каталога он находится, да, и, соответственно, показывает здесь только те параметры, которые применимы к данному каталогу. Кстати, вот из недавних фишек появился также слайдер в таком вот быстром предпросмотре картинки. Клиенты нас просили сделать максимально быстрый выбор товара, чтобы можно было очень быстро определиться с покупкой, да, поэтому мы, в общем-то, практически все инструменты карточки товара, которые, возможно, вытащили вот в список товаров. Ну и, собственно, попытка оформить заказ, да, видим здесь, кстати, скидка какая-то применилась, это сразу видно. Да, видите, система уже знает меня, я тут авторизован как администратор, он мне, конечно, сообщает, что я уже тут был и что-то покупал, поэтому она про меня все знает. А, да, тут вот скидка на подарок тот самый. Естественно, система знает, что я, где я нахожусь, и мой адрес там раньше был указан, я могу его изменить, если это нужно. Как видите, вся система оформления заказа, она на одной странице без перезагрузки работает. И я сейчас выберу какой-нибудь самовывоз, перейду к следующему полю. Здесь у меня будет, соответственно, оплата, я могу выбирать различные способы оплаты в зависимости от того, какой мне больше подходит. Если я выберу какую-то систему электронную систему платежа, да, то, соответственно, система перекинет меня на процессинг этой системы. Сейчас я же выбираю самый простой способ, чтобы побыстрее оформить заказ. Ну и, собственно говоря, данные, которые у меня в прошлый раз так и не были указаны, он меня все-таки спрашивает. Сейчас какой-нибудь телефон, какой-нибудь адрес. Комментарий нам не нужен. И, собственно, все. На этом заказ завершен, и как у любого интернет-магазина, который, собственно говоря, принимает заказы, да, есть личный кабинет покупателя, который показывает все мои заказы, которые были созданы ранее, их статусы, возможности посмотреть подробности заказа, да, то есть что тут, куда какие доставки и так далее, все, что необходимо. И это у нас в формате готового интернет-магазина, который сразу же доступен, да, после установки платформы 1С Bittrex. Собственно говоря, кратко пробежались по самому интернет-магазину снаружи, посмотрели на то, как это выглядит, и наша задача теперь как администраторов, да, научиться с ним управляться. Есть два основных сценария работы с магазином и вообще с любым сайтом на платформе. Это первый, это работа поверх сайта, то есть я, находясь в просмотре самого сайта, могу включить режим правки и получить доступ к управлению различными элементами. Это один из первых самых простых сценариев. Все элементы начинают подсвечиваться вот таким образом, появляются различные контекстные меню, которые позволяют мне работать с этим элементом. Вот это у нас что? Это у нас включаемые области. Здесь, собственно, просто текст. Да? Просто внесен текст. Он сюда внесен уже с какой-то заранее придуманной версткой. Как видите, мы можем редактировать и в режиме визуальном, и в режиме верстки для тех, кто умеет, да, работать в таком формате. Вот эта визуальная область, включаемая область, она, видите, оформлена соответствующим образом. И здесь, на самом деле, полная свобода с точки зрения HTML-верстки, можно использовать что угодно. Если речь пойдет о работе с рекламными областями, вот, пожалуйста, баннер, я могу перейти к редактированию текущего баннера, то есть, например, изменить какие-то его параметры. Так, что-то у меня с интернетом, что ли, что-то случилось. А, нет, все нормально.
редактировать параметры самого баннера, то есть параметры самого компонента, в том числе там кэширование и другие вещи. Мы сейчас посмотрим на работу с компонентами на базе других элементов, где будет это гораздо более любопытно. Вот, например, новости – это контентная история. Здесь можно, например, сразу перейти к добавлению новостей и создать, например, новую новость прямо отсюда же и тут же разместить ее на сайте. Но сейчас я этого делать не буду. Можно, например, какую-нибудь из новостей удалить. Вдруг она лишняя. Все, нет новости. Так, из интересного, что касается работы с компонентами. Вообще весь сайт, он состоит из компонентов, из страницы компонентов. То есть вот это у нас с вами главная страница сайта, и на ней размещено несколько компонентов, с которыми мы можем производить разные манипуляции. Какие здесь компоненты есть? Есть компоненты, например, меню. Это меню, в котором мы можем редактировать пункты. На самом деле здесь нет ни одного пункта по одной простой причине, что это меню формируется автоматически из, то есть это меню каталога, и оно автоматически формируется из разделов каталога. Ну, например, у нас есть вот такое меню в самом низу, которое уже формируется не автоматически, а вот такими ручными параметрами. И мы можем также быстро добавлять и удалять отсюда пункты меню простым редактированием. Это, например, компоненты меню. Есть компоненты вот рекламные, это компоненты, опять же, баннеров, и у него есть свои возможности редактирования. Компоненты поиска, вот это что у нас, компоненты, по-моему, да, ссылки на социальные сети. И здесь в настройках вы просто меняете, указывая свои странички в социальных сетях, чтобы они у вас правильно работали. И один из самых интересных компонентов, это будет компонент каталога. То есть то, что мы на главной странице представляем. Так, давайте я сейчас вот этот компонент временно отключу, чтобы он не мешал и не отвлекал. И пойдем поработаем с компонентами каталога. Это, пожалуй, один из самых интересных элементов, потому что имеет огромное количество возможностей, в том числе по настройке визуального ряда. Давайте посмотрим. Во-первых, мы можем здесь работать с товарами, да, просто наводя на конкретный товар, мы можем перейти в карточку изменения, удаления товара и сам конкретный товар, вот, который выведен здесь, поправить. У нас откроется соответствующая форма редактирования, и здесь можно по всем описаниям пройтись. Ну, что у нас тут? Да, описание. Каким разделом привязан, торговые предложения посмотреть, отредактировать и так далее. То есть это прям работа с конкретным товаром. Само представление может также изменяться. Если мы перейдем в настройки этого компонента, бывает очень удобно для больших компонентов с большим количеством настроек вот так вот изменять размеры окна. И как мы видим, здесь довольно большое количество подразделов в настройках, они все здесь перечислены. И о чем мы здесь говорим? Ну, есть основные параметры, да, куда компонент, собственно говоря, определяет, где мы даем определение компоненту, откуда брать товары, да, это вот тип инфоблока и, собственно, сам инфоблок, он здесь у меня один, это одежда, определение разделов, чтобы он знал, там, в каком разделе находится и так далее. Другие использования источников данных. И вот есть, например, для источников данных любопытная штука. Это фильтр товаров. Вы можете здесь добавить условия фильтрации товаров. То есть для того, чтобы сам компонент, вот именно на этой странице, именно этот компонент, в данный момент, это главная страница, выводил товары в соответствии с определенным фильтром. Какие здесь могут быть условия? Здесь могут быть условия, например, сейчас, ну, например, бренд определенный, или только новинки выводить, лидеры продаж спецпредложения, да, можем выделить определенный цвет, например, и указать, что здесь может быть какой-то цвет красный. Соответственно, система уже будет выводить только красные товары на главной странице. Ну, странное условие, но оно возможно.
Также определяются разные параметры, например, что делать с товарами, которые недоступны для покупки, да, их можно просто, например, скинуть вниз или вообще не показывать, или отображать на общих условиях. Ну, если пока по складскому учету у вас там ноль этих товаров, их нельзя купить. То же самое касается товаров и товарных предложений. Здесь редактируется сортировка, то есть в каком порядке сортировать товары, и определяются различные свойства, которые должны выводиться для этих товаров внутри. Вот видите, мы здесь определяем, что у нас цвет, размер обуви, размер одежды – это те свойства, которые выводятся под каждым товаром. И вот самое интересное, на мой взгляд, раздел – это вариант отображения товара. И здесь мы можем редактировать, собственно, из каких блоков будет состоять компонент. Сейчас мы можем здесь полностью все поменять. Как видите, у меня есть стоит вариант 1.4, то есть один большой товар, а 4 рядом маленьких. Дальше идет у меня персонализированный блок, который выдает персональную рекомендацию для каждого конкретного посетителя. Да, у нас есть такой блок, так называемый Big Data, то есть персонализированный, который автоматически определяет интересы покупателя и выводит ему товары в соответствии с его интересами, просто из вашего каталога. И здесь у меня просто два блока, как видите, по три товара. Я могу, например, один убрать, оставить так, или добавить, например, сюда блок в четыре товара. Я считаю, что так лучше, если у меня будет по четыре товара. Соответственно, это я тоже убираю, и мне нужен с четырьмя товарами с персонализацией. Вот таким образом. Я, конечно, могу их менять местами, таким образом формируя то, как будет выглядеть моя страница, вот данный конкретный компонент. Так, дальше у нас что? Порядок отображения блоков товара, да, то есть мы можем здесь менять местами, что, зачем, да, какие блоки внутри товара будут, собственно говоря, в каком порядке отображаться. И тут разные варианты схем отображения, то есть можно различные выбирать. Еще целый ряд настроек, на которые я могу обратить внимание ваше, например, купить или там добавить в корзину, да, возможно, вы хотите это назвать по-другому, различные варианты на тему уведомления о поступлении и так далее. А также обращу ваше внимание на вот эти настройки, настройки Big Data, то есть вариант персонализированных рекомендаций. Есть самый автоматический, скажем так, способ – это персональные рекомендации, то есть система сама определит, что лучше показать каждому конкретному посетителю индивидуально. Есть другие варианты, более там, простые с точки зрения, более понятные, да, очевидные, то есть самые продаваемые или продаваемые с этим товаром, в случае, если этот блок будет размещен в карточке товара, продаваемые, просматриваемые, похожие и так далее. Я оставляю персональную рекомендацию как, наверное, самую правильную. Можно также ограничить этот блок, чтобы он показывал только из конкретного раздела товары и не выходил за пределы раздела в своих рекомендациях. Ну, дальше уже технологические вещи, которые сейчас на данный момент мы не будем рассматривать. Поскольку этот компонент универсален, он может располагаться как на главной странице, так и на странице списка товаров. Как видите, это компонент элемента раздела. Он также входит в комплексный компонент каталога, который, по сути, вообще обеспечивает весь каталог, начиная от списков, фильтров, карточками товаров и так далее. Здесь, естественно, есть целый ряд настроек, которые могут меняться в зависимости от тех или иных условий его размещения или ваших пожеланий. Здесь есть целый ряд, как видите, достаточно больших элементов, в том числе, например, отправлять данные для электронной торговли в Google и Яндекс. Здесь необходимо при настройке аналитики, да, для тех, кто занимается аналитикой, да, указывать соответствующие контейнеры, которые вы там у себя настроите, и те данные, которые хотите выводить в аналитику. Это тоже бывает очень важно. В смысле, это зачастую важно для того, чтобы правильно понимать и правильно инструменты аналитики правильно учитывали вашу торговлю. В смысле, учитывали информацию с вашей торговли. Но похоже, что я неправильно указал фильтр.
То есть у меня, возможно, красных товаров нету, или я указал его не совсем корректно, поэтому вернем обратно, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Ну вот, собственно, у меня теперь 4, по 4 товара. И вот это вот вторая строка, да, это мои персональные рекомендации. Почему мне система посоветовала именно это, я не знаю, но будем надеяться, что это так правильно. Так, по обзору этого компонента давайте посмотрим, на какие вопросы. Так, как-то вы растянули товар. Я вроде не растягивал товар. Вы имеете в виду, увеличил размер окна редактирования, вот это имеется в виду, но оно, собственно, так управляется, возможно. Так, как добавить пункт в подменю? Ну, еще раз, вот это, если речь идет об этом меню, то это меню формируется автоматически на основе разделов вашего каталога. То есть, как только вы добавите раздел или подраздел, они здесь появятся автоматизированно. Мы сейчас к каталогу перейдем, им проще всего управлять через панель управления, через админку, мы там это посмотрим. То есть, вы изменили положение в каталоге, выделив его зрительно. Я не менял положение товара в каталоге, я менял, как сказать, возможности размещения товара. Но сам товар нельзя переместить. Можно изменить сортировку, но не более того. Так, как реализуется многоязычность? Знаете, это очень непростой вопрос. Дело в том, что система сама по себе многосайтовая, и многоязычность реализуется через многосайтовость, грубо говоря. То есть для каждого нового языка в системе заводится отдельный сайт. Вообще, с точки зрения как бы управления языками, в системе все довольно здорово сделано, но, опять же, сделано на уровне платформы. То есть наше готовое решение не мультиязычно, оно на русском языке. И для того, чтобы создавать мультиязычную версию, да, нужно, ну, создавать либо дублирующие каталоги, либо свойства переводов для перевода товара, то есть для многоязычных версий. Это не очень тривиальная задача. Но наши партнеры прекрасно с ней справляются. Почему она не тривиальна? Потому что есть разные подходы к реализации многоязычности, и эти подходы, скажем так, разительно отличаются. Они скорее зависят от пожелания владельца интернет-магазина. То есть это может быть отдельный сайт с отдельным каталогом, потому что товары разные. А если товары все одни и те же, то это должен быть один каталог, но с разными видами карточек, грубо говоря, на разных языках. И эти разные варианты, конечно, сильно влияют на способ реализации. Поэтому мультиязычную версию, конечно, нужно делать совместно со специалистом, то есть с разработчиком, и выбрать тот вариант, который будет наиболее подобен. Так, что еще? Да, ну вот я надеюсь, что я рассказал детально про многоязычность. Аналитика в малом бизнесе. Ну, самой аналитика встроенная, нет, ее в малом бизнесе нету, но здесь идет речь о передаче данных в внешнюю аналитику, Яндекс.Метрику или Google Analytics. Так. Можно ли выводить витрину товара в зависимости от установленного склада? Установленного склада. Вы имеете в виду определение местоположения. Ну, у нас встроенного такого решения нету. В маркетплейсе есть у нас магазин приложений Marketplace, и там есть дополнительные модули, которые обеспечивают возможность выбора города и, соответственно, определения каталога или склада в зависимости от этого. Посмотрите на marketplace.1sbitrix.ru, там есть модули, которые обеспечивают вот это вот решение. Вообще, Marketplace очень благодатная тема для изучения. Там можно провести много дней в поисках очень крутых модулей, которые расширяют возможности Bittrex, те, которые мы не предусмотрели там штатно, или которые там довольно уникальны, поэтому, опять же, не входят в платформу по умолчанию. Но там довольно много интересных вещей, которые помогают просто решать довольно сложные задачи в работе с сайтом.
Так, что же, пойдем, наверное, внутрь. Собственно говоря, переход в админку происходит нажатием кнопки администрирования. Вот где-то я оказался. Оказался в настройках сайта. Сейчас, да, система же запоминает, где я был последний раз, и автоматически переносит в тот самый раздел. Это тоже очень удобно. И возвращает на ту страницу, с которой я перешел в админку, или возвращает обратно. И мы с вами, в общем, в административной части ориентируемся с помощью вот левого большого меню. У меня оно максимально сейчас, у меня редакция бизнес, и здесь есть все, что вообще входит в платформу для интернет-магазина. Я начну с рабочего стола. На самом деле это один из инструментов, который позволяет быстро, собственно говоря, бросив взгляд, понять, что происходит в магазине, что происходит вообще с сайтом, какие данные он показывает. Кстати, если вас не затруднит, вы можете наделать мне заказов на этом сайте. Как видите, адрес у него bittrex-eshop.ru, его можно открыть с любого компьютера, можете спокойно зайти на него и сделать пару заказов. У нас тут в статистике что-то появится, что уже будет неплохо. Как видите, у меня есть совершенно пустой график по продажам или график по количеству заказов, которых, к сожалению, тут нету на данный момент. Особенно доходов, поэтому пока пусто. Здесь информация появилась бы, например, завтра, да, потому что данные как бы должны обновиться. Можно смотреть, например, изменять все эти как это называется, как они, гаджеты. Почему гаджеты? Черт его знает. Грубо говоря, вот эти блоки, они могут быть по-разному настроены. Можно выбрать различные фильтры для вывода сюда тех или иных данных. Вот данные за год. Я когда-то давно-давно на этом сайте что-то заказывал. Видите, здесь пара заказов появилась. Сами заказы здесь, опять же, сегодня вот один заказ сделан, он показан. Можно посмотреть сами заказы. Вот последний заказ сделан. И, опять же, можно отредактировать фильтры, какие заказы выводить в этом блоке. Здесь куча таких блочков, которые могут быть размещены. Есть модули вот такого характера, например, которые показывают скорость работы сайта. Вот он на меня меньше секунды, что, в общем, считается быстрым. Модуль производительности, который предлагает проверить производительность системы, на которой работает сайт, и убедиться, что с ней все в порядке, там, или наоборот, нужно что-то подстроить для того, чтобы производительность самой платформы и хостинга была лучше. Ну, собственно, ссылки на Marketplace, ссылку на мобильное приложение, которое вы можете установить на свой смартфон, чтобы заказами управлять и быть в курсе ситуации по магазинам. Здесь есть статистика по товарам, которая пока пустая, к сожалению. И, собственно, разные другие блочки, которые могут быть полезны. Также можно подключать и добавлять сюда новые разные блоки. Можно, например, взять и вывести сюда те самые новости, которые есть на сайте, чтобы к ним, например, быстро обращаться. Я могу вывести сюда новости, и они у меня здесь появятся, те самые новости, которые на сайте размещены. Не знаю, те ли это новости, но допустим. Этих рабочих столов может быть несколько, можно добавлять новые и, собственно, с нуля составить в разных пропорциях, поделив экран на те или иные блоки для удобства работы. Также, что я считаю полезным, не все знают о такой возможности, это избранное. Зачем это бывает нужно? Избранное очень удобно для работы с теми инструментами, административной части, которыми вы чаще всего пользуетесь. Например, если вы работаете с каталогом, то имеет смысл взять каталог и добавить его в избранное. Делается это вот таким образом. Хватаем за пункт меню, у нас появляется вот такой блок, отпускаем, добавлено в избранное. Если вы, например, работаете с кассами, у вас должна быть подключена касса, соответственно, можете добавить сюда кассу или, например, вот бывает информация о чеках за день очень важна. Ой, сейчас вот так вот мы ее тоже сюда добавим. Список покупателей, часто используемая штука. И, например, из маркетинговых инструментов пульс конверсии и бизнес-модель. Оно все куда-то добавилось, куда непонятно, на самом деле вот сюда.
Всегда в один клик доступен рабочий стол, вот этот блок, и здесь вот, собственно, мое избранное. И отсюда я могу в один клик уже переходить к этим инструментам, работая с ними прямо отсюда. Буквально очень быстро, не надо будет по ним искать по меню, да, вспоминать, где находится тот или иной раздел, то, чем вы часто пользуетесь, может быть, добавлено прямо сюда. Итак, пойдем по каталогу. Нам нужно пройтись по каталогу и, собственно говоря, основной раздел работы интернет-магазина, да, администратор интернет-магазина – это раздел «Магазин». Здесь, собственно говоря, есть ваш каталог, он называется так, как вы его назвали, в моем случае это «Одежда». Здесь можно вывести просто список товаров и посмотреть на него. Как мы видим, здесь же видны и все разделы каталога. Можно управлять разделами вот здесь, соответственно, видя, где разделы и подразделы. Ну и, собственно, отвечая на вопрос, как создать подраздел, добавить меню второго уровня. Вот, например, в платьях можно добавить раздел и добавим сюда новый раздел. Он будет в родительском разделе платья. Можно добавить сюда, собственно, изображение для того, чтобы оно выводилось. Здесь можно загрузить картинку заднего фона, да, который вы видели на других разделах, появляются такие картинки, можно сюда добавить. Отредактировать различные свойства элементов, то есть если в этом разделе у элементов должны быть какие-то дополнительные свои свойства, их можно здесь добавить из тех, что уже есть в каталоге, или добавить свои, то есть прямо, собственно, создать новое свойство для именно этого раздела, и оно появится здесь для торговых предложений или для самого товара основного. Также, раз уж создаем раздел, обращу ваше внимание на настройки SEO. Это целый блок настроек, который позволяет автоматизированно или не автоматизированно настраивать метатеги. Что такое метатеги? Это, например, тег title, который... Сейчас вот, если мы перейдем с вами на основную страницу сайта, мы увидим здесь вот эту вот надпись «Интернет-магазин одежды». Это, собственно, и есть тайтл. Это будут ключевые слова и тег description, которые идут в коде страницы. И, соответственно, они индексируются поисковой системой. И для того, чтобы по-хорошему... Эти теги должны быть уникальны для каждой страницы сайта, для каждого товара, для каждого раздела и так далее. Именно поэтому мы сделали автоматизированную систему создания таких тегов. И как вы видите, они здесь могут персонализироваться. То есть, грубо говоря, для, например, вот этого раздела, да, у меня будут вставляться переменные. Сейчас здесь пусто, потому что не сохранен еще этот раздел, и он не знает его названия. Можно что купить, приобрести и использовать различные переменные. Этих переменных довольно много, их можно брать вот здесь из трех точек и добавлять сюда какие-то данные, которые будут вставляться автоматически. В данном случае вот раздел платья, да, можно сюда добавлять. И система автоматически будет... для всех разделов и подразделов применять это правило. Но в данный момент у меня стоит автоматическое, то есть они, видите, серенькие, это означает, что эти правила наследуются с верхних разделов и будут формироваться автоматически, указывая конкретные названия для разделов. То же самое касается элементов, то же самое касается, например, изображений, что бывает тоже важно для каждого изображения прописывать свои, например, шаблон имени файла, чтобы имя файла было правильно в том виде, в котором вы хотите, независимо от того, с каким именем вы загрузили картинку, чтобы альтернативный текст или титул картинки, да, был правильным. То же самое касается разделов, детальных картинок, анонсов элементов и детальных картинок элементов. Это настройки SEO, которые по факту делаются один раз для всего каталога, ну или там несколько раз для разных разделов, если нужны какие-то уникальные штуки. И, собственно, были в... и автоматически применяются для всего каталога. Но сам раздел я создал, сейчас я туда добавлю один из товаров. Так, можно, чтобы товар был сразу в двух разделах одновременно, для этого можно зажать Ctrl или Command на клавиатуре
или вот таким выделением просто перетаскивали. Ну, если надо просто несколько выбрать, для этого используется Command или Ctrl. Сейчас сохраним. И, собственно говоря, у меня должно появиться... Вот видите, в платьях уже появился подраздел «Новая коллекция», в которой, собственно говоря, будет одно единственное платье, которое я выбрал. Ну, это вот заодно отвечая на вопрос, так сказать, как создать в меню подраздел. Собственно, это происходит в управлении каталогом. Вот раздел у нас с вами готов. Собственно говоря, работа с товарами. Работа с товарами тоже задача непростая. И если товаров много, и они не загружены автоматически с какой-то учетной системой, в которой своя там работа происходит, то здесь вы в системе также можете работать с товарами и работать с ними довольно эффективно. Для этого есть несколько, собственно, основных инструментов. Вот наш основной инструмент работы – это вот эта табличная форма со списком товаров. Мы можем переходить в какой-то конкретный раздел, например, работать с этим разделом, а можем работать вообще со списком товаров в целом. Для того, чтобы отобразить те товары, которые нужны, здесь есть фильтр, у которого есть целая куча различных параметров, которые можно использовать. Например, можем включить отображение по свойству новинка и показывать все новинки, например, отфильтровать, и мы увидим здесь те товары, у которых свойство новинка, собственно, стоит «да». То же самое касается там других свойств, например, лидеры продаж. Это то, что вы вручную можете отмечать. Вот у нас только один товар, который соответствует и лидеру продаж, и новинке. Вот он, этот товар, и мы его, собственно, видим, можем с ним работать. Эти фильтры могут сохраняться. Я могу вот выбрать «Сохранить как», сделать для него название, сделать его доступным для всех пользователей панели управления. У меня появится этот фильтр новинки. В дальнейшем я могу, собственно говоря, его, например, отменять и в дальнейшем применять в один клик. Оп, покажи мне все новинки. Раз, новинки появились. Ну или другой, любой другой фильтр, который мне на данный момент нужен. Эти фильтры можно сохранять. Второй инструмент подстройки для себя интерфейса, да, и для удобства работы – это настройка табличной формы. Здесь есть, собственно говоря, кнопка «Настроить» под шестеренкой, в которой можно выбрать колонки, которые будут отображаться в этой табличной форме. Здесь можно выделять, например, количество элементов в подразделе или, например, сейчас картинка для анонса. Потому что так, например, нам удобнее ориентироваться среди товаров, чтобы картинки были выведены. И мы будем это видеть. Примерно по такому же принципу удобно работать, например, с торговыми предложениями. То есть, когда у нас есть один товар, вот, например, в данном случае это платье модницы на прогулке, у него есть целый ряд торговых предложений. По умолчанию не очень понятно, чем отличаются вот эти целых пять торговых предложений одно от другого. И можно с этим разобраться, включив настройки и выведя, например, понятно, что там, скорее всего, отличаются размер и цвет. Вот, собственно, три параметра, которые будут универсальны для всех товаров. И мы увидим, что цвет один и тот же, но размеры разные. Соответственно, можем с каждым из предложений конкретно поработать. В частности, вот его цена, какие-то другие параметры и так далее. Работа, собственно говоря, с конкретным предложением. Есть даже генератор торговых предложений на случай, если вы вручную заполняете свой каталог, что бывает. Возможно, вам потребуется для какого-то конкретного товара сгенерировать ряд торговых предложений, и это может быть сделано вот с помощью такого интерфейса. Сейчас я его чуть-чуть уменьшу, то на большем экране смотрел. Это, собственно, генератор SKU. Тут заполняются все данные, включая цены. И вы можете определить, какими свойствами будут отличаться эти торговые предложения. В частности, у вас, например, нужно сгенерировать все необходимые размеры одежды и несколько цветов, которые у вас в каталоге есть. Дальше, если мы нажмем кнопку «Генерировать», можно, конечно же, прикрепить изображение для каждого цвета раздела и различных анонсов или подробных, или детальных картинок. И, собственно, после нажатия кнопки «Сгенерировать» сейчас произойдет некоторое чудо. У меня появится целая куча уже готовых этих платьев, которые отличаются размером и цветами. Их тут за один клик создалось там
30 штук почти. Соответственно, это простой такой инструмент, который позволяет быстро создавать торговые предложения. Так. Так, смотрю на вопросы по работе с каталогом. Значит, Татьяна спрашивает, в данном примере товар размещается на сайте, а потом закачивается в 1С. Ну, да, у меня-то каталог пробный, да, то есть тестовый, и, конечно, он создан на сайте по умолчанию. Если вы... И у нас работает интеграция в две стороны, то есть действительно можно создать красивый каталог на сайте со всеми картинками, свойствами, описаниями и так далее, так как он должен выглядеть на сайте, а потом его закачать в 1С и там уже, собственно, вести учет по этим товарам. А можно наоборот, если в 1С уже есть каталог товаров и там с характеристиками и так далее, то можно его выгрузить сначала на сайт, здесь его дооформить, то есть загрузить картинки, написать красивое описание и так далее, и в дальнейшем вести обмен с 1С уже по учету. Но в данном случае как бы так. Так, можно ли показать, как подробно заполнить закладку SEO на реальном примере? Ну, давайте попробуем. На самом деле, касательно, мне кажется, здесь прям реальный пример, как, собственно говоря, должно это выглядеть. Ну, давайте посмотрим, из чего это состоит. То есть, что это у нас? Это у нас товар. Для товара, то есть для конкретной страницы товара. Давайте откроем прямо это платье. Что это у нас за модница на прогулке? Вот она, собственно, у меня здесь. И мы видим, собственно, тег-тайтл, который представляем платье модницы на прогулке от магазина «Одежда Плюс». Да, и, собственно, вот он, этот тег-тайтл, который, собственно говоря, формируется. Представляем, вот вместо this name, да, это переменная, которая вводит название платья, то есть модница, платье модницы на прогулке. Мы можем, например, добавить сюда цвет этого платья, свойство предложений цвет. Это будет неправильно, поскольку там цвет. Вот, например, видите, будет цвет синий. О, здесь все цвета у меня появились, все возможные цвета этого платья, поскольку я несколько уже здесь выдал. Для этого платья несколько цветов создал, они здесь все появились. Собственно, вот магазин «Одежда Плюс». Здесь вы можете, там, не знаю, вставить еще что-то. И здесь целый ряд возможностей, допустим, размер одежды будут, да, в размерах. Если вдруг вам надо добавить, и, соответственно, здесь появится вот в размерах и так далее. То же самое касается ключевых слов. Ну, ключевые слова заполняются по такому примеру, что здесь должны присутствовать иные названия и различные ключевые слова. Купить, ассортименты и так далее. В различных цветах, по ценам. Здесь будут вводиться цены, вот они, собственно говоря, выведены. Поскольку у меня там есть торговое предложение с нулевой ценой, они, к сожалению, здесь попали от нуля. Но в целом здесь будут, естественно, все цены, которые автоматически возьмутся из каталога. Мне кажется, что здесь довольно понятно. Уже дальше, мне кажется, это рассматривать не нужно. Естественно, соответственно, после применения на этой странице мы с вами увидим другое представление. Вот видите, появились у меня в титле размеры и цвета. Вот так это примерно заполняется. Я, к сожалению, небольшой специалист по SEO, поэтому не могу вам предложить идеальный вариант настройки, да, то есть как это будет лучше всего выглядеть. Для этого есть там литература и специалист, который этим занимается. Так, есть ли сортировка по артиклу? О, да, конечно, есть. Если нужно сортировать по артиклу в списке товаров, то вот если вы работаете здесь с артиклом, сейчас посмотрим, у меня вообще артиклы есть в этом каталоге. Не факт, что они есть. А, нет, есть артиклы. Сейчас мы его добавим куда-нибудь в начало. Кстати, вот так можно сортировать колонки. Ну вот они, у меня артикл. Он такие странные, конечно. Для того, чтобы сортировать в списке, да, то мы просто нажимаем на соответствующую колонку. А для того, чтобы сортировать в списке на самом сайте, то вы в настройках конкретного компонента, например, вот здесь у меня есть компонент, это компонент, комплексный компонент каталог, и здесь есть настройки списка.
Вот они, настройки списка. И здесь определено, по какому полю мы сортируем товары. Здесь, соответственно, можно выбрать, какое поле. Здесь у меня нету. Здесь надо по-другому. Сейчас, секундочку. Здесь можно указать поле, по которому будет происходить сортировка. Точнее, код этого поля. Чтобы узнать код поля, надо пойти в настройки этого инфоблока. Потому что я, конечно, код поля наизусть не помню. Где у меня тип инфоблоков? Каталоги, одежда. Вот, собственно говоря, свойства, артикулы. Вот это код поля, который может указываться, соответственно, здесь. По какому полю нужно сортировать. И порядок сортировки по зарастанию или убыванию. Ну и после сохранения система автоматически пересортирует по этому артикулу. Ну, если именно для этих артикулов. Ну, видите, здесь не везде, к сожалению, указаны артикулы. Ну, вот эти два товара отсортировались правильно. Ну, и этот тоже. Здесь артикула нет, поэтому не отсортировался. Ну, собственно, вот это сортировка по артикулу. Так. Идем потихоньку дальше. С каталогом мы примерно с вами разобрались. Кстати, это к вопросу о добавлении свойств в каталог. Это свойство к конкретному товару. То есть вы здесь можете добавлять различные свойства, которые будут отвечать за, принадлежать к главному товару каталога. Как вы знаете, у нас товара можно, есть товар сам основной, и к нему торговые предложения, то есть разные цвета и размеры. Вот это то, что относится к основному товару. Также здесь есть настройки, собственно говоря, торгового каталога, поля, которые могут быть для разделов этого каталога и так далее. Управление полями, например, обязательностью или обработкой картинок при загрузке в каталог. Вот. Каждому полю, которое вы будете создавать, каждому свойству, которое будете создавать, рекомендую обязательно указывать вот этот код. Он в дальнейшем может пригодиться для работы с этим свойством, вот как вы сейчас видели в настройках компонентов. Так, и мы с вами двигаемся дальше. По разделу «Магазин» пройдемся. С чем мы здесь работаем? Мы здесь работаем с, собственно говоря, заказами, естественно. Ой, зря я сюда зашел. Сначала перейдем просто в список заказов. И, кстати, продажи с персонализацией. Целых 1199 рублей. Это кто-то из вас оформляет заказ. Кстати, спасибо большое за 3 оформленных заказа. Вот один из зрителей использовал блок персональной рекомендации. То есть заказал тот товар, который был представлен блоком персонализации. И вы такие заказы увидите и будете видеть, сколько вам эта персонализация реально принесла денег. В данном случае один товар на 1199 рублей был заказан именно оттуда. Собственно, мы здесь видим товары, можем с ними работать, можем смотреть на покупателей, которые, собственно говоря, оформляют заказ, и вот, собственно, все данные по ним. Давайте я перейду к лучше самому заказу. Ну, давай, вернись. Странно. Так, к самому заказу. И здесь у нас целый ряд данных, огромное количество. Фасетный индекс потом создам как-нибудь. Огромное количество данных, и поэтому здесь даже сделано специальное быстрое меню для, собственно говоря, переключения по этим данным, потому что тяжело ориентироваться в большом списке. Но все эти данные можно вот так сворачивать, если они не нужны. Система запомнит, что вы свернули те или иные блоки, и в дальнейшем не будет вам их отображать, то есть они останутся свернутыми. Дальше мы можем их менять местами, то есть, допустим, вас какая-то часть, допустим, интересует больше, и вы захотите перенести ту или иную часть выше или ниже. Состав заказа бывает очень важен в начале и так далее. И, соответственно, таким образом настроить для себя карточку. Данные можно закрепить, вот основные вот, так на экране, чтобы они не убегали, и вот эти блоки все так же закрепляются, чтобы можно было быстро ориентироваться по страничке. Сейчас мы их обратно все раскроем, уже в том порядке, в котором они есть.
и можем с ними дальше работать. Ну вот, обычно я так использую эту страничку для работы, потому что удобно, что могу всегда перескочить по нужным частям заказа, и это удобно. Итак, что мы видим? Состав, мы видим примененные скидки, мы понимаем, что за скидка применилась, какой товар, какая цена, мы понимаем, кто заказал и каковы параметры, знаем, что у нас с оплатой, это у нас, видите, здесь наложенный платеж, и статус сейчас не оплачен, его можно изменить, кстати, если мы узнаем, что оплата прошла. Управление отгрузкой, разрешена, не разрешена, отгружена, не отгружена, какой статус по отгрузке, если это используется автоматизированная служба доставки, то, соответственно, вы здесь увидите эти данные. Так, и, собственно говоря, информация по оплате. И оплаты могут быть в несколько этапов происходить, да, там предоплата, оплата и так далее. И, соответственно, различные комментарии, которые можно оставлять здесь для себя или для покупателя. У заказа также есть история изменений, вы всегда будете знать, кто, когда, что и как поменял. В данном случае, вот, собственно говоря, что создание заказа было. И различные анализы, например, документы, которые сформировались по заказу. И, собственно говоря, есть ли какая-то проблема с этим, там, с количеством товаров и так далее. По самому заказу его, конечно, можно менять, перейти в изменения заказа и, соответственно, изменить все данные, которые вдруг по, в связи с уточнением по телефону или с какими-то другими изменениями поменялись. И в заказе это можно изменить. Сами заказы также фильтруются по различным статусам, есть универсальный фильтр. Колонки этой табличной формы также настраиваются, и вы можете представить для себя здесь удобный вид индивидуально для каждого менеджера, да, то есть каждый менеджер для себя настраивает и работает с ним, с этим заказом, собственно говоря, так, как ему удобно в данный момент. Это, собственно, работа с заказами, она, в общем, кажется вполне очевидной. Мы можем здесь, допустим, какой-то из заказов, сейчас у нас Мария заказывала, сменить статус, и Марии даже, наверное, придет электронное письмо, если у меня здесь правильно настроена почта. Если честно, я не проверял эту штуку, сейчас передам в службу доставки. Ну, вот, например, так. Поменяли кучу статусов, и заказ у нас стал выполненным зелененьким. Вот. Один из статусов теперь выполнен. И, соответственно, можем фильтровать заказ, например, по выполненным очень быстренько, понимать, какие заказы там сделаны, не сделали, которые, например, оплачены, да, но еще не отгружены. Тоже там важно, что заказ оплачен, но так или иначе не отгружен. И здесь можно выбирать свои какие-то статусы, добавлять и так далее. Пойдем дальше. Нам с вами нужно еще посмотреть на маркетинговые инструменты. И это я тоже считаю очень важным моментом в интернет-магазине. Тому, собственно говоря, как работать с своими покупателями, как увеличивать продажи в интернет-магазине. Ну, давайте посмотрим с вами. На первый инструмент – это пульс конверсии. К сожалению, он у меня будет нулевым, потому что заказов пока мало, и этого, наверное, поскольку магазин используется исключительно для демонстраций, и, пожалуй, первый раз, когда на нем живые зрители начали делать заказы, поэтому с конверсией, к сожалению, все не очень хорошо. Давайте посмотрим, что этот инструмент, собственно говоря, умеет показывать. Он показывает устройства, с которых заходили. То есть, например, по устройствам это планшеты, смартфоны, десктопы и какие-то другие неопределенные. И, собственно, конверсию по каждому из устройств. Как видите, у меня здесь 13 посетителей. Это, видимо, вы у нас посещали. И, собственно, мы видим здесь эту информацию. Количество заказов, которые были сделаны и так далее. Можем представить в формате источников, с которых заходили посетители. Соответственно, мы будем видеть здесь уже не устройство, а откуда пришли: с почтовой рассылки, с контекстной рекламы, с органического трафика, то есть из поисковой системы или прочее. Просто так зашли, как бы вот эти 13 человек, они здесь у нас и появились.
Также мы можем смотреть, собственно говоря, оплаченные заказы, оформленные заказы, то есть количество заказов, например, вот видите, у нас конверсия изменилась, потому что я поменял ее в статус оформления заказов. Конверсия сразу выросла аж до целых там 30 с лишним процентов. Потому что действительно, из 13 зашедших человек 4 заказа, это, в общем, очень даже неплохо. И там количество добавленных в корзину и так далее. То есть это тот инструмент, который вам показывает реальную ситуацию в динамике по вашей текущей конверсии интернет-магазина. Следующий инструмент, который... Вопрос, какая у меня редакция? У меня редакция бизнес, если не выше. Не помню точно, может быть, даже самая какая-то большая. Следующий инструмент – это модель окупаемости. Он довольно простой с точки зрения расчетов, то есть на самом деле здесь нету какого-то тайного знания, да, но он удобен тем, что, во-первых, считает реальные показатели, ну, то есть у меня, к сожалению, переходов мало, и сейчас с заказами беда, вот, с оплаченными заказами, реально оплаченными заказами беда, поэтому здесь ничего нету. Но мы можем прогнозировать разные ситуации. Например, мы захотим потратить 100 тысяч рублей на рекламный бюджет, да, то, соответственно, ничего не заработав, у меня так и будет доходность минус 100 тысяч. Допустим, цена за переход у меня будет 2 рубля, и если моя конверсия состоит 30%, как сейчас, со средним чеком, допустим, 1000 рублей, то я заработаю очень много денег. Но вряд ли конверсия будет 30%, поэтому давайте все-таки сделаем ее 2%. При средней наценке, например, в 20%, у меня есть еще прочие расходы в размере, допустим, 100 тысяч на поддержку, оплату менеджеров и так далее. И, соответственно, вы увидите это, ну, во что превратится уровень доходности магазина при тех или иных условиях. Если средний чек будет падать, соответственно, появится другая модель, и если будет падать конверсия, у некоторых магазинов, я знаю, конверсия бывает и очень низкая, соответственно, доходность будет падать. Примерно таким образом вы можете прогнозировать ситуацию в вашем реальном интернет-магазине в режиме не прогноза, будут действительные данные, текущие к данной к данным продажам и к среднему чеку, вычислению, к вашей текущей конверсии, количеству переходов, которые происходят и так далее. И в целом будете понимать, какая окупаемость интернет-магазина у вас на данный момент. Безусловно, это грубая оценка, ее не стоит в качестве бухгалтерской отчетности использовать. Шучу. Но дает, скажем так, для управленческого учета, управленческого понимания ситуацию очень хорошо. И опять же, режим прогноза позволяет вам менять характеристики и смотреть, в какую сторону нужно сейчас делать усилия. В увеличение рекламного бюджета, или в работу с конверсией, или в увеличение среднего чека, или во все одновременно. То есть в любом случае вы будете примерно понимать, в каком направлении нужно работать и прикладывать наибольшие усилия. Есть средства, в рекламный бюджет вложили, цена за переход выросла. Надо понимать, к чему это приведет. Или, например, есть возможность работать с конверсией, то есть видите, что она у вас там ниже среднего, грубо говоря, полпроцента, процент, можно запросто тянуть там до 1,5-2%, ну, в зависимости от среднего, где-то так. В некоторых случаях 4-5, там в очень тематических магазинах 10-15. То есть примерно понимая, там, насколько вы от рынка отстаете, тянуть свою конверсию. Или, например, увеличивать средний чек, где может скрываться прям большие доходы. Соответственно, использовать блоки персонализации на сайте, добавлять там с этим товаром покупают, подарочки всякие, скидки дополнительные и так далее. Купи четвертый товар, получи пятый бесплатно. Ну и так далее. Различные механики, которые в магазинах, в общем-то, реализуются. Так, что еще? Что еще? Из маркетинговых инструментов есть прекрасный инструмент, который называется АБ-тестирование. К сожалению, в рамках вот сегодняшнего вебинара я не успею его вам детально показать. Могу лишь показать, в смысле, могу лишь, скажем так, пробежаться по нему в двух словах.
Это речь идет о том, чтобы выбрать различные варианты и варианты представления вашего сайта. То есть, грубо говоря, у меня тут, к сожалению, только стандартные шаблоны, и я не смогу здесь выбирать те шаблоны, которые были бы показательными. Но что означает АБ-тест? АБ-тест означает, что вы выберете себе и своей аудитории какую-то долю трафика. Например, отхватим 10% от всего трафика, который приходит на ваш сайт, и мы покажем им два варианта сайта. То есть вариант текущего шаблона, который там, допустим, без изменений произошел, без каких-то изменений. И второй вариант тестового шаблона, в котором вы произвели какие-то изменения. Поменяли цветовую схему, изменили положение кнопок, решили представить по-другому варианты размещения каталога на главной странице. То есть, например, можно взять и главную страницу по-разному представлять. И, собственно говоря, посмотреть, какая будет конверсия по той или иной странице. Вы прямо можете запустить разные главные страницы и на них пускать разных людей. Тем самым, грубо говоря, проверив свои гипотезы не на всем трафике сразу, а на 10% или там 30% трафика, который к вам приходит, померить конверсию для каждого из вариантов и, соответственно, принять решение о том, какой из них лучше. Это довольно простая история, которая, в общем, для главной страницы есть особенный специальный тест, который позволяет это сделать. И здесь можно выбрать путь к новой странице отдельно, и система будет по умолчанию поставлять ее для 30% трафика. В дальнейшем вы получите информацию по, собственно говоря, конверсии для разных вариантов. Так, ой, я смотрю, появилось несколько вопросов. Сейчас, секундочку. Так, в малом бизнесе нет такого. Так, по поводу, знаете, я на память, к сожалению, не очень помню. Это такая задача в голове удержать сравнение редакции довольно тяжело. Много пунктов. Давайте обратимся к справочнику на нашем сайте и посмотрим. По поводу того, что входит и что не входит в малую или немалую бизнес. Так. Какие есть отличия? Конструктор отчетов не входит в малый бизнес. А вот по остальным я смотрю, что нету вроде изменений. Многоскладовость, остатки по складам, да, понятно. Аффилиатская и накопительные программы. Продажа электронного контента. А все остальное должно быть. Давайте проверим еще здесь. Так, это другие параметры, тоже не относящиеся к магазину. Но у них же должно быть в малом бизнесе, значит, весь этот функционал. Так, возможно, не установлены модули. Дело в том, что если не хватает какого-то функционала, то это может быть еще связано с тем, что не установлен конкретный модуль. То есть, если платформу вы могли обновить, но в списке модулей, вот здесь есть модули, такой настройки продукта модули, может быть просто не установлен какой-то из модулей. Вот у меня там веб-аналитик сейчас не установлен, хотя доступно. То же самое касается, например, модуля конверсия, он, по-моему, так и называется. Вот он, конверсия. Соответственно, его надо установить, и он появится. Так. Наценка, да, речь идет о средней наценке на товар для того, чтобы рассчитывать себестоимость. Так. Ну что ж, тогда поехали дальше по маркетингу. У нас с вами есть еще следующий вопрос, связанный с товарным маркетингом. И здесь речь идет о работе со скидками. У нас довольно серьезно обновился вообще
модуль работы с маркетинговыми акциями и все, что происходит с товарами. У нас, собственно говоря, появились вот такие мастера установки. Есть заранее, скажем так, заранее спланированные товарные акции, например, вот они, собственно, здесь все представлены. Оформи заказ на N рублей, получи скидку. Скидка на товары или группу товаров. Скидка на комбинацию товаров. Скидка на товары, зависящие от дня недели, на заказ и так далее. Соответственно, мы можем для создания той или иной скидки запустить соответствующий мастер, придумать название. Скидка на платье. И, соответственно, пойти по шагам. В шагах у нас с вами будет, мастер нас будет спрашивать, собственно говоря, что же мы хотим в итоге, какая скидка, какие товары, да, в данном случае у нас могут быть, ой, что-то я промахнулся, у нас могут быть платья, можем выбирать какие-то конкретные товары или оставить, например, таким образом. Ой. Да, платья. Да, например, либо выбрать, сейчас, секундочку, а что такое, сейчас весь раздел, вот, так, собственно говоря, товары конкретные, которые могут быть выбраны, можем выбрать конкретные разделы, для которых будет применяться это скидка. Сейчас найдем. Например, платье. Соответственно, у меня будет для всего раздела и для каких-то конкретных товаров. Дальше мы должны определить, для каких групп пользователей будет применима эта скидка. И пользователи могут быть разные. Например, для меня, для всех пользователей, которые будут посещать интернет-магазин, будет применяться скидка. Может быть, например, только для зарегистрированных пользователей или специально отдельная группа пользователей, которые по тем или иным причинам вы хотите применить именно конкретную скидку. Собственно говоря, на этом, наверное, все. Скидка сохранена. И если я перейду в правила работы с корзиной, собственно говоря, вот у меня эта скидка здесь будет присутствовать. Она у меня активна, будет применяться, да, она у меня единственная, и, соответственно, теперь в платьях у меня должна заработать эта скидка. Сейчас мы вот, сбросим кэш. Вот, собственно говоря, появилась скидка для всех платьев 10%, она здесь у меня отобразилась. Можно создавать скидки совершенно разные, как вы видите. Если в данной категории скидок появилась какая-то скидка, соответственно, есть кнопочка перехода на список этих скидок. То же самое касается доставки, при каких условиях можно создавать скидку на доставку, или, например, когда будет бесплатная доставка, если произошло то или иное событие, ой, название, когда у нас будет бесплатная доставка, например, она определяется суммой заказа, например, от 3000 рублей, и какая доставка будет бесплатной. Соответственно, при все установленные службы вы можете выбирать для каждой установленной службы определенную сумму заказа, при которой та или иная доставка будет предоставляться бесплатно. Вот в данном случае еще одна бесплатная доставка, вот она у меня появилась. Это довольно простые мастера, мы постарались сделать все максимально удобно, чтобы все было как можно проще. И в каждом из этих блоков, ну, по сути, они закрывают все необходимые, как сказать, все необходимые сценарии предоставления скидок или различными или различные механизмы акций, которые могут быть применимы в интернет-магазине. Так, посмотрю на вопросы. Так, вижу отдельный модуль версии 17.
Есть ли информация по срокам выхода полной версии 17 для управления сайтом? Нет, такой информации нету, потому что ее довольно тяжело спланировать. Дело в том, что... Ну, и не очень понятно, зачем. Дело в том, что мажорная версия 17, то есть когда все модули обновлены до 17, это, в общем, никакое особенное событие. Мы функционал выпускаем, обновляем, и там сейчас 17.1 или 17.0 с чем-то. Ну, то есть я бы на вашем месте не стал там смотреть на там, все ли модули версии 17. Некоторые из них, возможно, и не обновятся до 17 версии или обновятся там не скоро. То есть нету, наверное, смысла прям вот так вот следить за всеми модулями, чтобы они были 17-й версии. Так. Есть ли сохранить текущих настроек и последующих восстановления? Николай спрашивает, можно ли сохранить настройки сайта? Нет, к сожалению, вот так вот глобально сохранить настройки нельзя. Для экспериментирования понимаю, есть несколько сценариев использования. То есть, ну, во-первых, есть резервное копирование. Это, пожалуй, один из самых таких мощных способов сохранить все настройки, вообще все настройки сайта. Это создать резервную копию и потом в случае чего развернуться из резервной копии. И тогда получить, собственно, полное сохранение. Второй вариант – это использование тестовой версии для работы эксперимента. То есть вы можете создать полную копию своего сайта, развернуть его, например, на своей локальной машине и на ней экспериментировать. И каждый раз ее переразворачивать, когда хотите провести новый эксперимент. Ну, если это не требует там, публичного теста. Так. А когда мы добавляем товар со скидкой, после этого скидка отображается в секшен? Да, конечно. Ну, то есть, вот, собственно, то, что мы сейчас с вами видели, это и есть каталог секшен, то есть добавление автоматического отображения скидки в списке товаров. И вообще везде, где товар со скидкой присутствует, везде для него появится это значок со скидкой. Главное не забывать про сброс кэша. Что-то у меня ночная жизнь не отобразилась со скидкой. Не применилось, что ли? А, нет, применилось. Да, 10%. Так. Когда появится скидка для товара в долларах? Ой, извините, Роман, честное слово, не в курсе про эту ситуацию, что с долларами какая-то проблема возникла. Вы, если не трудно, Роман, опишите здесь же в вопросах ваш кейс, то есть что конкретно перестало работать с предыдущей версией модуля, и я попробую уточнить у своих коллег. В конце вебинара я покажу свой email-адрес, можно будет и на него написать, и я постараюсь там индивидуально вам ответить по этому вопросу. Честно, не в курсе про доллары и возможности ограничения скидок там. Так, ну что ж, пойдем дальше потихоньку. У нас еще с вами быстренький обзор по email-маркетингу. Здесь есть два инструмента, которые дают возможности работы с email-рассылками. Первое – это, собственно говоря, создание выпусков email-рассылок. То есть, когда вы решили провести одиночную email-рассылку или полуавтоматизированную email-рассылку, основанную на тех или иных событиях, и это, грубо говоря, обычные рассылки. Как происходит работа с ними? Есть мастер создания рассылок, который проводит вас по нескольким шагам. И мы в данном случае будем создавать новую рассылку для основного интернет-магазина и назовем ее, допустим, новинки нашего каталога. Так, описание не будем. Следующий шаг. Дальше идет работа с группами подписчиков. На самом деле, видите, у меня здесь все пусто, ни одной группы нету, поэтому я перехожу в создание новой группы, назову ее «Покупатели», и мне нужно определить, кого же я сюда добавлю. В данном случае я выберу фильтр «Магазин покупатели», добавлю, собственно говоря, фильтр, ну, в данном случае я не буду никак ограничивать, тут можно ограничить по количеству заказов, по сумме, по дате последнего заказа. У меня здесь 4 покупателя, я сейчас для них сохраню эту историю.
и у меня появится группа покупателей. Здесь будут все покупатели, которые в моем магазине так или иначе оформились. Могу исключать адреса, то есть в случае, если у нас есть группа, для которой требуется, например, в данном случае отписавшиеся посетители, это очень важно. Сейчас я выберу, да, отписавшиеся вообще от всех рассылок. У меня здесь ноль, но такая группа должна быть на случай, если люди отписываются от вашей рассылки, чтобы вы им больше не отправляли эту рассылку. Так, он у меня ноль, не хочет. Извините, я кнопку не нажал. Так, вот. Не хочет с нулю. Боже мой, я промахиваюсь. Отписки. Назовем так. Добавить фильтр. Да, вот. У меня появились отписки, и я добавлю ее сюда, чтобы эта рассылка ни в коем случае не приходила тем, кто отписался на моем сайте от каких-либо рассылок. Сюда, кстати, автоматически будут попадать те, кто отпишется от этой рассылки. От любой рассылки на моем сайте. Дальше у меня идет задача создать, собственно говоря, шаблон письма, по которому будет отправляться моя рассылка. Да, здесь несколько вариантов. Мне кажется, они все довольно лаконичные. Можно выбрать просто пустой шаблон, можно выбрать шаблон, например, вот такого характера. У каждого есть предпросмотр, можно на них посмотреть. Вот, например, такой с картинками, да, или с одной картинкой такой и так далее. Есть, например, просто шаблончик. Давайте возьмем одностолбцовый. Тема письма новинки нашего каталога. При этом вы можете сюда, например, название сайта вставить, чтобы даже, наверное, вот так сделаем. Отправитель по умолчанию. Здесь мы ничего пока не будем указывать. И, собственно говоря, дальше у нас идет работа с самой внутренностью рассылки. Я могу добавлять и удалять блоки. Например, если картинка мне не нужна, я могу ее не использовать. Если нужна, я могу ее сюда вернуть и добавить сюда свою картинку какую-то. То есть, соответственно, загрузить какой-то файл и его здесь использовать. Ну, в данном случае я, пожалуй, без картинки останусь. Могу поработать с... Ой-ой-ой. Каталога. С текстом. Я небольшой мастер писать продажные тексты, особенно в прямом эфире, поэтому сразу прошу прощения. И какой еще блок нам с вами нужен? Так. Нам нужен блок, собственно говоря, с товарами. Так, нет, это... Сейчас. Группа каталога. Мы сюда вставим. И попробуем ее у нас... Так, стоп. Это, извините, это группа картинок. Вот, вот этот список новинок. Нет, это список новостей. Вот, например, один из блоков, который нам выдает, да, персонализированную подборку товаров. Так, список новостей сейчас я уберу отсюда и переместим товары вот сюда. Что этот блок даст? Этот блок покажет нам рекомендуемые товары для конкретного email-адреса, то есть для того, кто подписался на нашу рассылку, или для того покупателя, который к нам подписался, мы, собственно говоря, для него отправим этот блок персональной рекомендации. Также мы можем сюда указать несколько товаров, конкретных, то есть по ID товара, то есть если мы хотим представить у новинки, например, просто конкретный товар, несколько товаров представить в блоке вот такой, один или несколько товаров по ID-шнику. Есть еще целый ряд блоков, которые могут быть, например, тут поля заказа, рекомендуемые товары, сопутствующие товары, можем их сюда все подобавлять и опять же
список ID-товаров, которые нам захочется отправить в этой самой рассылке. Не забываем, что должен быть обязательно блок «Отписаться от рассылки» в каждом письме. Это очень важно, потому что отсутствие этого блока или там его так или иначе не работа, да, или там фейковый блок «Отписаться от рассылки» может быть проверен почтовым сервисом и заблокирован ваш отправитель, да, и, соответственно, ваши письма будут попадать в спам. Поэтому за этим блоком точно нужно следить очень хорошо. Мы можем посмотреть на предпросмотр, как будет выглядеть наша рассылка. В данном случае я не указал ни одного товара, поэтому здесь пусто. И я увижу, собственно говоря, можно в разных вариантах смотреть, и как на планшете, на смартфоне будет выглядеть. Можем получить даже HTML-код в некоторых случаях. Подобным образом используется наш редактор для того, чтобы отправлять рассылки через другие службы. Поэтому, собственно, здесь есть такая штука, как получить HTML-код. Что ж, если никаких дополнительных файлов загружать не нужно, можно, собственно говоря, рассылку сохранить и выбрать дальше метод, собственно говоря, отправки, то есть расписание, как отправлять данную рассылку. Может быть несколько вариантов. Это в определенное время, то есть однократная отправка в определенное указанное время или периодическая отправка по расписанию. Например, я могу указать, что каждый вторник, когда самое лучшее время для прочтения, наверное, в обед, будем отправлять рассылку, можно указать дни месяца и так далее. И эта рассылка будет отправляться автоматически. В данном случае я сейчас делаю вручную, чтобы не отправлять, да, сохранить и выпустить. Рассылка у меня готова. Я могу название выпуска создать «Новинки марта». И, собственно говоря, нажатие кнопки «Отправить» отправит всем покупателям, то есть всем тем, кто у меня сейчас зарегистрирован, это письмо. Я сейчас не буду его отправлять, чтобы не захламлять почтовые адреса тех, кто у меня тут создавал заказы. Спасибо вам большое. Можно выполнить тестовую рассылку, чтобы убедиться, что все в порядке, указать здесь свой адрес и нажать кнопку «Отправить», тогда письмо придет непосредственно вам или на те тестовые адреса, которые вы здесь укажете. Собственно, после сохранения все окей, рассылка есть, она готова к отправке, ее можно зайти, отредактировать, отправить вручную и так далее. Дальше по каждому такому выпуску у нас может быть статистика, у нас есть работа со списками адресов, вот те адреса, которые у меня в системе сейчас есть, и, соответственно, можно с ними работать. Там, например, вручную отписать, если кто-то из подписчиков позвонит и гневно начнет на вас кричать, что вы выслали ему что-то не то, вы можете зайти сюда и отписать этого человека от рассылки. Собственно, это выпуски рассылок. За счет того, что вы можете создавать в рамках рассылки автоматизированные, скажем так, Сейчас, секундочку, вот рассылки надо зайти. Ой, извиняюсь. Динамические данные внутри письма, то есть, грубо говоря, вот в моем случае в шаблоне сообщения у меня использованы динамические данные, то есть сюда будут подтягиваться товары автоматом. Это означает, что вот именно эту рассылку можно отправлять автоматом регулярно, и она регулярно будет уходить и всем подписчикам отправлять вот ваши новинки или рекомендуемые товары. Вот, собственно говоря, в этом, пожалуй, полуавтоматизированная часть рассылки состоит. Следующий вариант – это триггерные рассылки. Это рассылки, которые реагируют на различные события, которые происходят или не происходят в интернет-магазине. Так, еще раз, извините, сейчас к вопросам отвлекусь. Так, Роман про скидку в долларах уточняет. Да, я вас понял. А я правильно понимаю, что товары у вас в рублях, а скидку вы указываете в долларах? Или все в долларах, и цена в долларах, и скидка в долларах? Я просто уточняю на всякий случай, чтобы была возможность выяснить детально. Так, спрашивают про запись. Да, запись будет на нашем канале в YouTube, и мы обязательно разошлем всем участникам. Ваша версия – малый бизнес или бизнес? У меня бизнес. Да, видео потом можно будет посмотреть. Хорошо, идем дальше. Триггерные рассылки. Что из себя представляет триггерная рассылка? Это примерно то же самое, только еще более автоматизировано. Возможность запустить рассылку по какому-то событию. Какие бывают события? Вот мы здесь посмотрим на те события, которые у нас заранее придуманы.
Забытая корзина и для заказов. Отмененный заказ, письма вдогонку. Это значит, что заказ был сделан и через какое-то время можем ему отправить. Есть несколько видов будильников. Что такое будильник? Это, собственно, рассылка, которая должна разбудить клиента, да, то есть вернуть его обратно. Есть рассылка хулиганства, но это серия наших развлечений на тему демонстрации, как показать вам то или иное по те или иные варианты видов рассылок. Ну, давайте можем выбрать ее и на базе нее создать, собственно говоря, триггерную рассылку свою. Что она из себя... То есть, собственно, мы придумываем название, описание, она автоматическая, и определяем, в каких случаях она должна быть запущена. В данном случае условия запуска, у нас помимо условия запуска есть еще условия прекращения рассылки. Условия запуска здесь может быть несколько. По умолчанию в хулиганстве давно не заходил на сайт. Как давно? 111 дней. Время запуска рассылки 0 часов, это какой-то, конечно, ужас. Давайте хотя бы 10 поставим. И что это означает? Это означает, что если наш покупатель, который раньше сделал на заказ, более 111 дней не был на нашем сайте, ему уйдет, стартанет вот эта рассылка. То есть это, говорю, событие, которое не произошло, человек не зашел. Может быть, давно не покупал, то есть на сайт заходил, но не покупал. Забытая корзина, то есть человек пришел, положил в корзину, ушел, и если мы знаем его email, то есть это кто-то из наших бывших покупателей, тех, кто подписался, да, мы можем его догнать письмом. Просто заход на сайт. То есть если конкретный человек просто зашел к вам на сайт, мы можем тут же ему отправить письмо, ну, если знаем, кто он, конечно. Изменение статусов заказов, оплата, отмена заказа, создание нового заказа. То есть также на, например, создание нового заказа можно запускать цепочку писем до того, как заказ будет оплачен. То есть, грубо говоря, это не просто информационная уведомилка, которая будет отправлять письмо потому что там создан заказ или еще что-то, и просто уведомлять об этом. А целая, может быть, цепочка, которая будет дожимать клиента до, собственно говоря, оплаты конкретного заказа. Ну, у нас с вами было «давно не заходил», давайте вернем эту историю. У нас было 111 дней, пока пусть будет так. И, как я говорил, 10 часов утра. Достижение цели, собственно говоря, у нас должен быть заход на сайт. То есть, если давно не заходил, мы хотим, чтобы он наконец-таки дошел. Что будет означать достижение цели? Достижение цели прервет цепочку отправки писем. Почему цепочку? Сейчас разберемся. Вот, собственно, результат, который у нас с вами получится. Можем тестовую рассылку, как обычно, и сами письма. То есть произошло событие, человек 111 дней не заходил на сайт. Это событие сработало для какого-то конкретного покупателя, который ранее у нас был, и у нас есть его email-адрес. Мы, система начнет отправлять ему письма. Как видите, здесь в цепочке 4 письма, которые уйдут с определенной периодичностью. То есть первое письмо уйдет через 0 минут после события, да, то есть 111 дней прошло, 10 часов утра уходит первое письмо. Можем посмотреть, что это за письмо. Здесь, в общем, написано «Вы помогите», «Я почтовый робот», ну и так далее. Здесь такая шуточная история про почтового робота, которого должны раскручивать по винтику, если вы не вернетесь в интернет-магазин. Если ничего не произошло, то есть клиент в течение этого дня, то есть на сайт не вернулся, то ему придет следующее письмо с другой темой, в которой его там начали уже потихоньку разбирать. У меня тут картинка не загрузилась почему-то. Ну, там картинка с роботом, грубо говоря. Дальше. Если он опять не зашел, то еще через день придет следующее письмо с, уже там с другой, с другим текстом. Да, здесь у меня будет купон на скидку. То есть в третьем письме мы предлагаем клиенту вернуться, отдавая ему купон на скидку в вашем интернет-магазине. Ну и, собственно говоря, последнее письмо из этой рассылки, которое пришлет картинку с винтиками, да, это что же вы наделали? Вы можете создавать целые цепочки из писем, их может быть много, добавлять свои, создавать шаблоны для них и так далее. Если человек в любой момент между этими письмами на сайт зашел, рассылка останавливается. То есть, чтобы его не мучить дальше, рассылка прекратится. Вы определяете сами, в каких случаях
рассылка стартанет, в каких случаях рассылка остановится. И важно, что эти рассылки работают автоматизированно. То есть вы один раз ее создали, и она для каждого конкретного посетителя будет отсчитывать вот эти там 111 дней или 2 дня, или создание заказа, или какие-то другие события, и автоматически стартовать эту рассылку для каждого конкретного посетителя индивидуально. Нажимаем «Запустить», и она заработала. То же самое будет по статистике. К сожалению, опять же, статистика у меня здесь пустая. Но вот для хулиганства по собственному графику будет понятно, после какого письма достигнута цель. Вы будете видеть, сколько писем пришлось отправить, чтобы человек вернулся. Или, допустим, все письма отправили, но человек так и не вернулся. И таким образом вы сможете дотачивать и дорабатывать письма до большей эффективности, работая над тем, чтобы людей возвращать быстрее к вашему интернет-магазину. Так. Да, Роман, спасибо за уточнение большое по скидке на доллары. Я буду уточнять и постараюсь вам ответить. Но мне нужен ваш контакт, пожалуйста, имейл-адрес ваш бросьте сейчас в ответ, я себе запишу и обязательно вам отвечу. Так, что еще? Значит, по рассылкам. В общем, есть два хороших инструмента, которые позволяют либо просто выпуски делать по рассылкам с периодичностью или вручную, и настроить автоматизированную систему дожатия клиентов, да, возвращения, дожатия до оплаты и так далее. Также касательно рассылки хочу заметить, что у всех систем отправки почты есть слабые места, связанные с попаданием писем в спам. Когда речь идет о профессиональной системе рассылки, есть целые сервисы, которые, не буду называть имена, уверен, вы их знаете, сервисы, которые занимаются рассылками профессионально, то есть куда вы можете загрузить свою базу, создать письма и отправлять с периодичностью и так далее, они все... Собственно, почему у них хорошая доставка, почему у них хорошо доставляются письма? Потому что профессионально настроены серверы, которые занимаются отправкой. Там администраторы сидят и днем и ночью следят за тем, чтобы сервер не попадал в спам-базы, чтобы их оттуда извлекать, чтобы общаться с другими администраторами почтовых сервисов, соблюдать все правила и условия. Не каждый хостинг-провайдер, откровенно говоря, умеет так работать. Именно поэтому стали популярны различные сервисы рассылки. Но и от своего хостинг-провайдера можно добиться соответствующей настройки своих серверов. Это делается разными способами. То есть, конечно, это обращение в службу поддержки и требования по настройке в соответствии с требованиями почтовых систем. Можно открыть сайт, ну, какие у нас основные почтовые сервисы? Это, собственно говоря, Яндекс, Email, ну, в России. Они, в общем, обеспечивают там большое количество трафика и довольно четко описывают свои требования. Можно обратиться к справочным системам Яндекса или Mail.ru, найти требования к письмам и рассылкам, которые должны приходить на их адреса, и удовлетворение этим требованиям будет гарантировать, ну, большой процент доставки. Обязательно нужно следить за тем, чтобы там адреса не попадали в спам-базы и так далее. Это, с этим тоже можно работать и следить за этим. В общем, в целом можно обеспечить своему сайту хорошие показатели доставки писем, просто, грубо говоря, соблюдая требования поисковых почтовых систем. Это нормальная ситуация. Так, что еще? Что еще? Мы с вами хотели сегодня поговорить. Что-то я уже заговорился. Какие у нас еще с вами темы остались нераскрытыми? Мастер настройки магазина и скорость сайта мы с вами не рассмотрели. Ну, по этим мы быстро пройдемся. Я напомню, так, вижу уже некоторые просьбы. К ним обязательно вернусь. Так, мастер настройки интернет-магазина. Это та самая штука, которую мы советуем тем, кто запускает свой интернет-магазин, использовать этот мастер. Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы не забыть произвести какие-то важные настройки в интернет-магазине.
Он находится в разделе «Магазин», «Настройки», «Мастер магазина». И представляет из себя вот такую шкалу, которую надо выполнить там до конца, чтобы быть уверенным, что все настройки магазина выполнены. Я на примере одного пункта вам покажу, как это работает, и делается это довольно просто. Например, есть пункт единицы измерений, которые необходимо в системе настроить. Ну, в данном случае, на самом деле, надо убедиться, что единица измерения соответствует тому, с чем вы работаете. У меня одежда, соответственно, моя единица измерения – это штука. Я убеждаюсь, что она в порядке, то есть она стоит по умолчанию, как основная единица. И, в общем, мне этого достаточно. Если вы хотите использовать какую-то свою единицу измерения, которая у вас должна быть и иметь правильные пересчеты, то вы можете добавить единицу измерения из классификатора, это международный классификатор. Соответственно, выбрать ту, которая вам нужна, ну, не знаю, километр. Система, собственно говоря, добавит вам ту единицу измерения, которую вы добавили. Вот у нас появился километр. Его можно будет использовать в своих товарах. Возможно, использовать, опять же, по умолчанию, если это необходимо. Как только мы убедились, что с этим разделом настроек все в порядке, то, собственно, все, что нам нужно сделать, это отметить, что задание выполнено. То есть мы говорим, что да, окей, мы с этим справились, этот пункт соответствует требованиям, и вернуться обратно. Здесь поставится галочка, что это задание выполнено. Если по тем или иным причинам вы не смогли разобраться, то есть зашли сюда и думаете, боже мой, что здесь делать, ничего не понимаю. В этом случае есть вот здесь же ссылка на документацию. Практически в каждом разделе есть эта кнопка, на которую можно нажать и, собственно, посмотреть обучающие уроки, как с этим работать. Статусы заказов, пожалуйста, есть документация, которая описывает, что такое статусы, какие системные статусы, которые должны быть, и их невозможно удалить, они должны быть использованы в системе. И, например, пример создания статуса, как, собственно говоря, статусы создаются, как обработчики делаются и так далее. Пожалуйста, курс, который по всему этому подскажет и поможет разобраться с этим делом. Также в системе есть вот такой помощник, которого мы называем CloudMan, поддержка 24, который помогает сориентироваться в той или иной части системы. То есть, грубо говоря, вы попали в какой-то раздел, в котором не очень поняли, что делать, нажали на помощь, появился синий человек и подсказал вам различные материалы. Здесь же можно поиском воспользоваться или сообщить нашим коллегам, что вы вдруг не нашли. Ну и, конечно, написать техподдержку, если вдруг что-то работает не так, как вы ожидали. Ну вот, собственно, и все, что касается мастера настройки интернет-магазина. Так. Можно ли подробнее по поводу баннерной рекламы? Баннерная реклама – модуль, который доступен в редакции «Бизнес». И сделан он для того, чтобы управлять баннерами на своем сайте. На самом деле модуль сделан для таргетирования баннеров. То есть если вы в рамках своего интернет-магазина хотите размещать различные рекламные объявления, которые будут таргетированы разным способом, то можно использовать для этого, собственно говоря, баннеры, то есть вот эту баннерную рекламу. Что она из себя представляет? Она из себя представляет, собственно говоря, систему управления баннером, где вы выбираете, собственно говоря, там, тип, в данном случае вот параллакс, это тот баннер, который внизу страницы, вот этот вот с параллакс-эффектом, вот речь о нем идет. Вы выводите ограничения, то есть какие, например, вот, фиксировать, они же могут ротироваться, может быть, несколько баннеров на одном месте стоять в одном типе и, соответственно, ротироваться по показам среди посетителей. Здесь различные настройки для этого указаны. Вы можете определять таргетинг, то есть на кого будет показываться, на каких страницах этот баннер будет показываться. Если область показа баннера универсальна для всего сайта, то вы можете определять, что вот на этой странице будет именно этот баннер показываться, а на других другие, или на этих страницах не должен показываться баннер. Также вы определяете, собственно, группы пользователей, которым показано, или таргетинг по времени, то есть какое время показывать или не показывать тот или иной баннер на странице. Безусловно, данные по аналитике, то есть это метки, которые будут уходить в аналитику по, собственно говоря, по клику на баннер, и тем самым вы получаете возможность работы с этим баннером. Так, это
это управление самим баннером. Есть, соответственно, типы баннеров. То есть вы здесь можете создавать несколько разных типов баннеров. Вот у меня есть главный баннер. Это, собственно говоря, тип, который будет показываться в основном, ну, главный баннер, который показывается на главной странице. Ну и, собственно говоря, вы с ним можете работать. То есть, грубо говоря, баннерная реклама – это модуль, который обеспечивает работу с таргетированием, подсчетом и ротацией баннера в системе. Так, что еще? Накопительные скидки. Что у нас с накопительными скидками? А, накопительные скидки у нас были, да, временно убраны. Насчет возвращения уточню по срокам. К сожалению, не могу сейчас сказать, когда они должны вернуться, но должны. Так, что еще? Могут ли единицы измерения быть разными в одной карточке товара? Например, одна штука и комплект. Или одна штука и количество штук в коробке. Коробки опт. Но это не совсем единица измерения, Николай. Дело в том, что если это скорее некоторое свойство товара. То есть у вас есть одна штука и ее стоимость. Или у вас может быть торговое предложение, которое будет состоять там, из 10 штук. Да, и вы тогда можете вводить свою единицу измерения, которая будет являться там, коробкой или комплектом. И, соответственно, правило вычисления, что там будет там, 10 штук в комплекте, например. Такие вещи можно делать. Но если вы просто продаете что-то, что продается только комплектом, да, то тогда это просто отдельная единица измерения или, возможно, отдельный товар. Но в целом, да, единицы измерения могут быть разными для разных... для разных предложений. Так, ну что ж, я на самом деле основную программу вебинара запланированную исчерпал. Говорить о платформе Bittrex можно довольно долго, и я понимаю, что уже всех утомил двухчасовой лекцией. Поэтому, наверное, будем двигаться к завершению. Я обещал в конце вебинара, собственно говоря, показать свои контакты, и я это сделаю. Это мой e-mail адрес, на который можно мне написать с каким-то вопросом, на который вы, возможно, не получили ответ, или можно дать обратную связь по составу вебинара, по тем вопросам, которые были раскрыты недостаточно широко, что поможет мне подготовить следующий вебинар там более детально. И, соответственно, я вам обязательно отвечу на вопросы, которые будут возникать. Так, Роману, да, спасибо за email-адрес, я его себе записал, и я отвечу вам на ваш вопрос касательно скидки в долларах. А остальным слушателям большое спасибо за то, что сегодня пришли. Я напомню, что обязательно предоставим вам запись этого вебинара на случай, если вы захотите в спокойном режиме пересмотреть какие-то его моменты. Запись будет выложена на нашем канале в YouTube, канал 1С Bittrex, и обязательно будет прислана вам, ну, то есть всем участникам вебинара на электронную почту, с которой вы к нам, собственно говоря, приходили. Спасибо вам большое за то, что слушали сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, удачи вам в продажах в вашем интернет-магазине.